Друзья, всем привет! Всем привет! Я сейчас, короче, не в России. Сейчас я нахожусь в другой стране. Вот. Приехал сюда отдохнуть. С собой даже не брал камеру снимать, а просто взял телефон. Ну, потому что, как бы, особо даже времени у меня тут снимать не будет. Ну, я именно приехал отдохнуть. Вот. И что хотел сказать. Ну, доехал, все хорошо, нормально. Там таможня, все нормально прошел. Вот. Мукбанги пока записывать не буду. А самые рейтинги тоже пока не буду записывать. Буду записывать вам вот такие вот коротенькие вложики, вот, снятые на телефон. Буду вас как держать в курсе событий. Вот. Потому что, ну, как иногда тоже хочется просто отдохнуть там, да, там. Не всегда же снимать. Ну, хотя, как для блогера надо всегда снимать, да, я согласен с этим, что снимать надо всегда. Но пока я говорю. Дней 7-8 не будет ни мукбангов, ни АСМР-рейтингов. Будут так коротенькие такие зарисовочки. Так отсвечивают, так. Такие маленькие вложики. Вот, друзья. Выспался я, короче. Приехали мы в 1:30 ночи. Где-то часов до 3 часов ночи еще посидели. И, ну, потом я лег спать. Проснулся утром, где-то часов 7 утра, чай попил, съел бутербродик, и потом опять лег спать. Вот, и сейчас где-то 12:30 дня, и вот решил записать для вас вложик, поболтать с вами немножко. Давайте с вами похожу тут по квартире, но тут, правда, отсвечивает. Вот. Тут качество сразу хуже, потому что тут освещение такое. Не такое хорошее. Вот, друзья. Так что решил я немножко попутешествовать. Еще планирую в июле поехать в Турцию отдохнуть. Вот. Но пока еще точно не решил. Но, скорее всего, да, что во второй половине июля полечу в Турцию. Вот, в Турцию тогда, если полечу, то, возможно, возьму с собой тогда камеру, чтобы не на телефон снимать, а чтобы эти такие полноценные снимать видосы более высокого качества. А так, я говорю, в эту поездку я с собой ничего не брал, кроме телефона. Вот, такие вот, друзья, дела. Так что я уже не в России. Вот, я уже за границей, друзья. Сейчас встал, с утра покушал. Так вкусненько. В общем, нормально. Сейчас вечером пойдем куда-нибудь гулять. Вот так что, вот так. Ну ладно, друзья, это такой коротенький вложик, чтобы вас держать в курсе событий. Вот, вы все знаете, да, что я вас всех ценю и уважаю, и стараюсь держать вас в курсе событий моей жизни, чтобы вы все новости обо мне знали. Вот, ладно, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Желаю вам всего-всего самого хорошего, счастья, здоровья. Вот, пусть все ваши мечты сбываются, пусть удача всегда вам сопутствует. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Все, друзья, пока. Увидимся. Всем пока, друзья.